Друзья, всем привет! С вами канал «Живой футбол», и сейчас мы находимся в Испании и будем снимать необычный челлендж с Надей Карповой, футболисткой сборной России и игроком испанской «Валенсии». Вообще посмотрим, на что она способна. Погнали! Нормально? Давай сейчас. Да. Привет! Чай, смотрите. Ой-ой-ой, да ладно! Ты говоришь нереально. Все реально. Антон, у тебя есть шанс просто вперед сразу. Мне кажется, Надя надает тебе небольшую фору, я чувствую. Ты тоже решил дать небольшую фору. Куда-нибудь попадет, перекладину у вас. Понятно. Попыток не хватило ему, чтобы попасть в перекладину. Хорош. Раз. Шаг сделал, да, вот. Посмотри на мяч. Окей. Вот, хорош. Слушай, ну в камеру попало почти. Схитрю, смотри, раз. Так. Скрываю глаза. Ну ты бы гол бы забил бы. Думаю, нет. Притирка, ну как? Ну. Попытка на борту. Так, смотри. Ой-ой-ой, да ладно! Градусов влево чуть-чуть. Да. Стоп. Мяч. Давай. Зачем ты ему сказал отойти? Забыл, ближе подойди. Что он творит? Что ты сейчас творишь? Поехал. Смотри, он не видит, видишь, ты закрываешь камеру. Да. Хорош. Вот это я на канал залетела. Сказал, заехала. Опа! Передачку лови. Будем забивать головой. Фишка в том, то, что нужно это сделать, стоя на сегвее. Красиво туда, пожалуйста. Пойди сначала так. Все, отошли на более дальнюю дистанцию. Просто чик. Было очень-очень близко. Лучше. Так, Антон, хорош, давай. Так, положил, ну прям под перья. Я уже думал, все так.
Есть! Да ну! Есть отличный гол под перекладину. Все под пере, но не в пере. Чуть-чуть. Последняя твоя попытка? Да. Фига себе. Это было реально близко. Да? Право. Ну, чуть-чуть. Что, реально близко? Чуть-чуть под мяч бы еще. Да ладно! Так можно оставить что-нибудь. Это... Чуть ближе на два шага. Давай, Антон. Посмотри, вот посмотри, закрой и делай. Правильно, давай. Да. Ну ты попал прям в голень! Вот что тут... Что кажется, два шага сделать и попасть по мячу. На самом деле координация абсолютно теряется. Делаешь то же самое движение, а мяч оказывается вообще в другом месте. Чтобы выиграть футболку, нужно подписаться на мой инстаграм. На наш инстаграм. Ссылка появилась здесь. На их инстаграм ссылка появилась здесь. А ростик появляется вот здесь. Что написала там в конце? Удар, удар, он написал удар. Удачи. Удар с закрытыми глазами.